Вот. Обставили полностью на это, да? Пока так, мы только занесли. В детском коррекционном саду АКУ закончен капитальный ремонт. Сегодня специалисты городского отдела образования выехали на проверку выполненных работ. Так как за 50 лет это первый ремонт на память этого дошкольного учреждения, подрядной организации, проводящей работы, пришлось немало потрудиться. Помимо внутренней отделки помещения, фирма заменила все инженерные сети и заменила старые окна на новые пластиковые с теплоизоляционным четырехкамерным профилем. Помимо вот этих откосов есть специальная лента для окон. Пароизоляционная, ветрозащитная, по периметру ее пустили. То есть мы за окна уверены. Также в смету капитального ремонта вошли утепление и обшивка фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Все дорожки заасфальтированы, установлены бордюры, а по периметру красуется новый забор. Все работы выполнены на 100%. Для сдачи объекта подрядчику осталось доделать мелочи. Сейчас фирма работает над тем, чтобы вывести мусор, уборку территории сделать. И также, кроме этого, устранение некоторых неполадок, которые произошли в ходе строительных работ. Где-то сколы, где-то там задели, стены поцарапали. И работают над устранением этого. Окончательный акт будет скоро уже подписан. Ремонтом в саду занимались несколько бригад подрядной организации «Астана КОКТЭМ-С». Закончить работу они должны были в начале сентября, но из-за проблем с подвозом материала и подбора рабочих им пришлось просрочить сдачу объекта на полтора месяца. Учитывая, что это программа по дорожной карте занятости, мы столкнулись с проблемой нехватки людей. Тот набор, который стоял перед нами, задача по центру занятости, мы их выполнили, но этого нам не хватило рабочих ресурсов. Тяжело было действительно найти высококвалифицированных хороших специалистов. Часть пришлось с Астаны взять, потому что инженерные сети – это ответственная вещь. Ну и подбирать Темиртау, Караганда. Это действительно повлияло на сроки. Несмотря на эту задержку, специалисты отдела образования все равно остались довольны работой подрядчика. Фирма, которая отработала у нас по детскому саду АХКУ и сейчас работает по детскому саду Айгулек, это одна и та же фирма, Астана КОКТЭМ-С. Наша большая благодарность подрядчику, который действительно добросовестно отнесся к своим обязанностям. И нам очень понравилось то, что подрядчик все время вторил, что не уставал говорить, что все это делать для детей, и мы хотим сделать качественно. Хотим, чтобы для здоровья детей, для безопасности детей все было предусмотрено. И поэтому мы очень довольны качеством произведенных работ и отношение подрядчика к своему делу. Реконструкция детского сада номер 11 проводилась по госпрограмме «Дорожная карта занятости». Из республиканского бюджета на ремонт дошкольного учреждения потрачено 242 миллиона тенге. Фирма-подрядчик обещает полностью сдать объект в эксплуатацию до конца октября. Александра Любимова, Владимир Пороховой, новости Темиртау.